Дело было тогда, когда я только... Нам это тоже интересно. Все зайцы и кролики в основном с этой стороны. Я не могу сразу для всех. Давай, Макс. Я строил дом, и вот тогда, когда он был наполовину построен, уже практически почти построен, я в него уже практически заехал жить. В этот момент ко мне стал приходить заяц. Он начал приходить, когда начали стены красить. И говорить, как Максим, только высохла краска, заяц пропал. Максим, не приходит. Максим, записывай. Был обычный серый питерский вечер. Ты заяц. Я пошел, дорогие. Заяц, обмакнув ухо в чернила, начал писать. Нет, заяц, это заяц Максиму говорил. А это заяц. Был обычный серый питерский вечер. Максим, записал? Да. Я пошел бродить дурном, ты пиши. Да. Многие песни Максиму надиктовал заяц. На сноуборде? Заяц диктофон. Он был без сноуборда. Я к чему это все говорю? Да, к чему? Вот мы... Понимаешь, сейчас это уже не важно. Вот избылась мечта Николая Фоменко, плачущий Леонидов на Первом канале. Ну что? Заяц был очень мускулистый. Не унимался. Мне нравилось, как он играет своими мускулами. Я представил этого накачанного зайца, который... Не играет накачанными титьками. Зайчими титьками. Серёжа, потом он очень напрягает. Сильно напрягается и уши встаются. Это, когда эти все встают, туда забегает еще один маленький заяц и ушами уже. Дайте воды, пожалуйста. Тренажерный зал. Теперь сбылась мечта Андрея Малахова. Я заплакал на Первом канале. А это тот заяц, который вот так вот... Теперь сбылась твоя мечта. Девки пришли. Наконец-то все по райдеру. По-моему, друзья... Казалось бы. Вот казалось бы, да, друзья, смотрите. Ремонт в коридоре, а какой эффект?